Батюшки свет, наконец-то до гитар. Всем здорово, уважаемые господа гитаристы. С вами снова канал Gain Over. В сегодняшнем обзоре, наконец-то, первая гитара за историю канала. И это настоящий американец, скажем так, даже традиционный американец. Gibson Les Paul Traditional. Погнали! Итак, давайте разберем, из чего состоит наша гитара, какие материалы использованы, какая электроника и все такое прочее. Так, корпус. Два куска, ну здесь не видно подлог, хотя немножко видно. Два куска махагона с клеенным, также махагоновым грифом, то есть оно же красное дерево. Кленовый топ из так называемый flame top, очень красивый, как будто зебру пополам разрезали. Накладка, здесь палисандр у нас. Окантовочка на гитаре. Мне очень нравится этот пластик, он такого цвета нежного, как вот мороженое крем-брюле, кто знает. Вот, это немножечко придает такое ощущение винтажности гитары. Как будто она немножечко такая состаренная. Вот, а не тот галимый белый пластик, как вот я услышал на одном из каналов определение сидений унитаза. Ну и дальше давайте пойдем сверху вниз. Блин, наверное, самая красивая голова, которую я видел в гитаре. Я обожаю эту форму. Колки. Клюсон Deluxe. Я бы лично сказал, что это не очень надежные колки. Мне не нравится, как они, ну, передача их. Вот, очень, ну, мне тяжело плавно настроить гитару. Вот, и строй держит довольно посредственно. Я бы как бы хотел заменить на какие-нибудь колки, такие локовые, но я не видел варианта, чтобы вот с таким креплением в два винтика. Обычно, когда меняют там, на более другие, там ушки с одним винтиком, я вот только чисто из-за эстетики не хочу менять эти колки. Если вы знаете варианты локовых колков в таком исполнении, пожалуйста, откомментируйте там ссылочку, я буду очень благодарен вам. Далее, по роже пластик, никакой там ни латунь, ни кость, но пластик хороший, мне нравится. Очень такой вылизанный есть. Лады, я без понятия, что за лады, но закатаны просто потрясающе, ничего нигде не царапает. Плюс вот эта окантовка, она залазит на кончики ладов. Это очень удобно, это супер, ничего нигде не царапает. Далее, датчики. Датчики – это Gibson Classic 57. Это довольно такие датчики с небольшим выхлопом. То есть, ну, естественно, название Traditional, то и датчики сюда же никто не будет там активно их катать. То есть, это не тот случай, где вы взяли гитару, намазали Corp Paint, сожгли соседа его собаку и начали валить Death Metal какой-нибудь блэкухой. Вот. А здесь это все рассчитано на то, чтобы взять стаканчик виски, сигару и навалить какой-нибудь блюзача конкретного, либо хорошего рока а-ля Ганзе. Далее. Мост Тюноматик. Ну, все обычно самый простой. Мне кажется, ну, как по мне, он самый удобный в плане положения. Вот, например, тот же Флойд мне неудобен, потому что вот у него вот это вот торчит киль задний. И так и нравишь сбить настройки или что-то такое. А здесь, ну, как бы все простенько, все здорово. Регуляторы. Две громкости. Громкость бриджевого, громкость Neckel датчика, также тон бриджа, тон Neckel датчика. Мне очень нравится, что все разделено. Это удобно. Переключатель на три положения. Бридж. Два и нек. Ну, сзади тембр-блок и под свитч я не буду раскрывать, показывать, что там может быть интересно. Гитара эта была сделана в облегченном варианте, то есть эти модели выпускались облегченные, с вырезанными полостями по корпусу. Я помню то время на форуме, на каком-то еще давно-давно, когда вот прошла эта информация, что начали там что-то вырезать, плоски, все плевались, кобздец, говно, она должна быть просто идеально цельной вообще, вот вся залитая гитара деревом. Ребят, играю на Les Paul уже лет 15, да, где-то так, наверное. Проблемы со спиной вам просто у меня... Например, она уже давно разваливается. И я, наоборот, благодарен Gibson, то, что они сделали вот это облегчение хоть какое-то. Это облегчает жизнь, особенно на концертах. И плюс, естественно, на перевозках. У меня только единственный вопрос, чего так мало выстрелили? Я бы, конечно, хотел побольше немножко, но, сами понимаете, это уже, наверное, пойдет в ущерб звуку. Хотя я знаю очень много электрогитар, которые тоненькие, легенькие, и звука там как будто в вагоне. Так что так. Вот. Ну, не важно. Давайте, наверное, послушаем эту гитару.
что ж, пора уже послушать, как звучит наша замечательная гитара. Давайте начнем с чистого звука. Буду менять положение датчиков и ручки тона. Поехали. Среднее положение больше всего нравится на клине, даже не когда в неке, а на среднем. То есть. И высокий, вернее, есть и не такой гудящий низ, и вот эта вот напористость бриджа. На самом деле, почему не делал раньше обзоры гитар, в первую очередь не делал обзоры гитар, потому что я считаю, что в рамках YouTube, очень в рамках видео, даже если это качественное будет видео, там, без пережиманий, то довольно сложно именно передать гитару. Звук понятно, но гитара это же не только слуховые ощущения, это же еще и тактильные, и как вот это все, это вибрация корпуса, то есть... Грубо говоря, вот это единение с гитарой, поэтому сейчас у меня такое ощущение, как будто у меня там, не знаю, какой-то поющий слон звук, со звуком, прям вот она вся такая, это очень приятное ощущение. Давайте проверим ее на сустейн, на чистом звуке. Я считаю, что он более чем достойный. Еще чуть-чуть позвучало бы. Супер. Что ж. Клин послушали, давайте послушаем на кранче, для чего, собственно, эта гитара максимально хороша. We'll be right back.
очень люблю на среднем положении, в кранч играет типа такие штуки. Когда они. Кыш оттуда, блядь! Мне очень нравится играть на среднем положении датчиков на таком кранче, типа таких вот партий, когда сквозь микс надо играть. Такое раскатистое что-то, ну, что должно переливаться по миксу. Нековый датчик. Отличный, приятный, вот такой колокольчатый, немножко круглый звук. Супер. А теперь давайте воткнем его в более единастый усилитель. Вот так будет все дело звучать на бридже. Капец руки. Мы слышим сустейн на полный порядок. Wow!
Делаем выводы по гитаре. Сейчас я скажу только лично свое мнение. Я балдею от этой детки. Она охренительная. Она очень, правда, тяжелая, но она того стоит. Звук супер, все супер, играть просто, ну, дичайшее удовольствие. Да, это не какой-нибудь Ибанез, где там очень тоненький гриф, там все это поливается, неудобно здесь подлазить. И... Да и хер бы с ним, мне нравится играть вот здесь. Вот. Упс, что это с микрофончиком? Итак, друзья, по традиции в конце выпуска мы слушаем микс с обозреваемым инструментом, либо оборудованием. Вот. Я... В качестве микса предлагаю послушать один из наших треков, где я выберу какую-то инструментальную часть, которую я записывал на этой гитаре. Поэтому на сегодня все. Если понравился выпуск, или ты хочешь, чтобы мы обозрили какую-то гитару, пожалуйста, все это дело в комменты. С вас лайк, подписка, все как всегда. До новых встреч! Слушай, по-моему, круто получилось.